Я думаю, что все то, что касается Куяльника, я знаю, Светлана Самуиловна много уже лет занимается этой проблематикой, и мы должны разрешить эту проблему. Мы ее должны, а для того, чтобы разрешить, но государство не сможет, это нереально. Государство, чтобы финансировало восстановление Куяльника, это нереально. Это нужно просить инвесторов, бизнесменов, которые бы, ну, вложили денежные средства. Кислов, то, что касается Куяльника, я, Сергею Васильевичу, чуть-чуть возражу, деньги найти можно, потому что на самом деле там не такие, там нужно регулирование, там действительно нужно запретить добычу вот этого песка, который преграждает доступ воды в Куяльник. И на какое-то время, некоторые специалисты говорят, нужно соединить Куяльник с морем для того, чтобы пополнить его. Некоторые экологи говорят, что это вредно. Ну, в общем, должен быть точный проект от экологов, тогда о нем можно будет говорить.